Я выбрал из всех сайтов один, который, наверное, известен всем. Корреспондент входит в украинский медиахолдинг. Холдинг объединяет медиапроекты из сегментов прессы, радио и интернет. Ну и, собственно, разработку в интернет я представляю. Кроме корреспондента в сегмент интернета входит большая портальная группа, это pinder.ua.net, и наше подразделение, которое входит в состав и интернет, и издательского дома, то есть это контент-проекты. Корреспондент.net, спортивная ниша, безусловно, в виде football.ua. Мы запустили в течение года два новых проекта Forbes и WOP. Все, что объединяет их, это Apple. То есть у нас во время флеш-событий или спортивных финалов на спортивных футболе происходит там до 150-200 одновременных соединений, которые генерируют до 1,5–2 миллионов хитов в час. Вот. Мы ищем, у нас есть стек и ламп на PHP и ASP.NET программистов. Большая команда. У нас всего, с учетом портальной группы, порядка 100 разработчиков, порядка 20 в издательском доме, радио и интересы. Там и веб, и фронтенд, и поддержка, админы, системные разработчики. Офис. Офиса. У нас 3 офиса. Вот, у нас есть офис на Горького, 2 офиса на Подоле. Можно выбрать, нет. Пока нет. Ребята, вопросы? Традиционный, про печенье. Печенье? Ну, на теннисном столе. Вот, у нас есть теннисный стол, где видите на него. Ну, печенье принципиально, да, то печенье очень даже. Вы сказали, что у вас есть стек некоторых ASP.NET технологий. Каких? Стек, у нас в стеке ASP.NET технологий у нас, ну, собственно, сам ASP.NET, да? Там технология. Есть веб-формы, а есть MVC. Вот, у нас веб-формы. Вот, у нас веб-формы, да. Ну, технические подробности, думаю, мы обсудим для выбора всегда обосную. Вот, мы используем кэш-машину, мы используем NoSQL базы данных, по ASP.NET тоже сайтах. В общем, сейчас весь функционал разбит по серверам и технологиям, и, в общем-то, ну, отдельно объединить очень трудно сейчас в большом проекте провести. Еще вопрос. Есть проекты, которые делаются только на какой-то одной технологии. Один С. Ну, у нас есть службы, которые интегрируются в 1С как офис, и у нас есть 3 1С программиста. А какая зарплата? Ну, это опять же обсудим. Новый троллинг. От уровня, да. Сеньор 1С программист или middle? X. 2X. X-сеньор. Все зависит от уровня. Еще вопрос есть кого? Да, Петя уже. Еще вопрос по поводу... Вы используете облако вообще или нет? Или у вас собственно... Нет, облако пока не используем. У нас был на дело 2012, мы брали в облаке сервера, и у них, в общем-то, сейчас таких надо установить, мы с ними это центром. Спасибо, Павел.